Что ж, доктрина о Троице, как вы знаете, это доктрина, которая присутствует только в христианстве. Это не означает, что больше нет других доктрин, которые только христианские. Но если говорить о понятии Бога, то многое из того, о чем мы говорили на прошлых занятиях, применимо, скажем, если речь идет об Аллахе. Многое из того, о чем мы говорили, относится к понятиям о Боге в других религиях. Но что касается доктрины о Троице, то вы не найдете подобной доктрины ни в исламе, ни в иудаизме, ни в какой другой религии. Это исключительно христианская доктрина. И все же, как вы видите здесь в видении, в Писании нет ни одного текста, где упоминается слово «Троица». И также в Писании эта доктрина не раскрывается так подробно, как мы сейчас это будем с вами делать. В Писании она не объясняется. Поэтому это одна из тех доктрин, которые формулируются путем умозаключений. И мы с вами прекрасно осознаем, что путем умозаключений можно прийти к ложным выводам. Поэтому в первую очередь нужно удостовериться, что те данные, на основе которых мы строим заключение, на самом деле достаточны для того, чтобы сделать какие-либо выводы о том, что Бог триедин. Что ж, суть доктрины вы видите здесь на слайде. Бог один по своей сущности, но существует при этом в трех лицах. Но к этому можно много чего добавить. Понятно, что нам необходимо объяснить, что все это означает. И как я уже упоминал ранее, эта доктрина исключительно христианская. Однако, что же это означает? Многие люди полагают, что в действительности христиане поклоняются трем богам. Да, они слышат о том, что мы говорим, что мы поклоняемся одному Богу. Но когда христиане говорят об Отце, Сыне и Святом Духе, то люди просто не понимают, на основании каких математических вычислений мы считаем, что Бог один, хотя при этом речь идет о трех разных личностях. Они не могут понять, как мы можем говорить о Боге Отце, Боге Сыне и Боге Святом Духе, и при этом утверждать, что мы верим в одного Бога. Что ж, все это необходимо объяснить. Доктрина о Троице, согласно определению, данному на Никейском соборе в 325 году, а также на соборе в Константинополе в 381 году, включает в себя следующие семь утверждений. Другими словами, если вы принимаете доктрину о Троице, то вы должны согласиться принять следующие семь утверждений. Первое. Бог Отец — это Бог во всей полноте. Второе. Бог Сын — это Бог во всей полноте. И третье. Бог Дух Святой — также Бог во всей полноте. Четвертое. Отец не есть Сын. И как мы далее увидим, вот эти следующие пункты сформулировано так не с целью что-то пояснить, а скорее с целью защитить от определенных ересей. И вот этот пункт нацелен против модализма, согласно которому есть только одно божественное существо, которое может менять лица, подобно искусственному артисту. То эта сущность проявляется как Бог-Отец и действует соответственно. Затем она меняется и проявляется в виде Бога-Сына, и уже функционирует как сын и делает то, что сын делает. И затем эта сущность опять меняет свою форму и становится Богом Святым Духом и делает уже то, что
призван делать Бог, Святой Дух. Что ж, все совсем не так. Совсем не это утверждается в доктрине о Троице. Ведь если на самом деле модализм верен, то Отец есть Сын. Просто Он выглядит иначе. И Отец в действительности есть Дух Святой, и Дух Святой — это Сын. Но это не согласуется с доктриной о Троице. И если вы принимаете доктрину о Троице, то вы должны верить, что Отец не есть Сын. И далее пятое — Отец не есть Святой Дух. И далее «Сын не есть Святой Дух». И при этом вы также должны верить в то, что существует всего лишь один единственный Бог. Что ж, я полагаю, ко всему этому мы могли бы добавить еще восьмой пункт, или, во всяком случае, пояснительное утверждение, которое помогло бы лучше понять перечисленные семь утверждений. Мы говорим о том, что Бог, Отец есть Бог, Сын есть Бог, Дух Святой есть Бог, и при этом они боги не по очереди, они одновременно все существуют как личности Бога. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Это утверждение также защищает от модализма. Этот список утверждений не исчерпывающий. Он не включает в себя все, что включает в себя доктрина о Троице. Но, тем не менее, принимая доктрину о Троице, вы должны принимать эти семь утверждений. И далее давайте обратим внимание на следующий слайд. Какие же вопросы возникают, когда речь идет о доктрине о Троице? И мы попробуем на них ответить. Раскрывается ли доктрина о Троице в Писании? И если раскрывается, то каким образом? Второе. Как церковные соборы пришли к понятию Троицы в том виде, в каком оно сформулировано, которое стало основой ортодоксальности в истории Церкви? Принимая во внимание Писание и историю формирования этой доктрины, что же все-таки мы утверждаем, когда заявляем о доктрине о Троице? Этот вопрос скорее касается того, как мы формулируем то, во что мы верим относительно Троицы. И четвертое. Более подробно об этом вы можете прочитать в книге «Нет подобного ему». Поэтому на нашем занятии мы не будем углубляться в этот вопрос, тратить на это много времени. Это вопрос о том, что в этой доктрине, казалось бы, есть логическое противоречие. И возможно ли найти какое-либо решение, которое позволит показать, что это противоречие кажущееся? Что ж, как я уже сказал, мы подробно остановимся только на первых трех вопросах. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.